боя остается все меньше и меньше. До конца, напомню, 10 раундов в этом поединке запланировано. Очень здорово последние два раунда, я считаю, особенно последний провел наш боксер. И вы знаете, уже его преимущество здесь, по-моему, ни у кого не вызывало сомнений. Не знаю, как выглядит на экранах, но здесь очень близко находясь от бойцов, почему-то мне кажется, что физически в безобразной форме находится Рой Джонс. По крайней мере, по его лицу кажется. И в то же время, когда только об этом задумываешься, он один на два раза взрывается. Опровергает, пытается, во всяком случае, опровергнуть, да, наши мысли. Да, оно так и бывает. Но он никогда, в общем-то, не истязал себя до конца тренировками. Вот такой вот этот боксер, который пользовался тем, что который любит танцевать, от природы ему дала, да. И, как говорят многие, он изменяет боксу часто, потому что уже притча Вайзенса стала. Когда он утром играл в баскетбол, вполне профессионально. Не просто во дворе гонял мяч, а вполне профессионально в команде играл в баскетбол, а вечером выходил в ринг. Даже какой-то университет. Да. Ну, мы отвлеклись в атаке снова Лебедев, посмотрите. Глухую защиту ушел Рой Джонс, сейчас он просто спасается, мне кажется. А защита-то у него дырявая. Да. Еще по корпусу не бьет в этот момент, Денис. Конечно, он так высоко поднимает руки, да? Вещи не открыто. Сейчас американцу очень... Я не думаю, что Окрески сумеет опустить локоть. Очень тяжело ему. Это видно по его состоянию, по его выражению лица, по его движениям, уже по другим движениям. И он меньше стал атаковать и контратаковать. Это не потому, что сильно... Но он сейчас думает больше о спасении. Да, потому что он думает о спасении. Ну а что? Вот, наконец, то, что вы просили. Верхний этаж, нижний, снова нижний, снова верхний. Вот. Голова откроется. Безусловно, должна открыться. А как? Он же должен локоть опустить. Зря, Денис. Ну все, все, Денис, не надо сбавлять, не надо. Продолжай. Он церемонится. Последние 30 секунд. Надо продолжать атаки. Проходит снова удар у Дениса между перчаток. Да, печально. Рой Джонс потекла из носа. Да, когда-то Денис был фанатом Рой Джонса. Да все мы были фанатами. Да, сейчас фанат убивает кумир. Но бывает такое, что... Ну это бокс, ребята, это бокс. Это такой вид спорта. Мужчина выходит в ринг, значит, он должен доказать, что он смелее. Кто перед тобой, неважно. Если ты поднялся, вступил за эти канаты, то все, будь добр. Если ты согласен.